Так, здравствуйте, уважаемые посетители. Вроде все готово, работает. Мы потихонечку начинаем транслировать игры с ассамблеи турнира, который проходит в Финляндии. Единственное, что сейчас... Ой, какие тут взрывы, какие стоны. Первая игра, которую мы с вами посмотрим, это игра Димаги. Он играет против Бишу. Привет, привет, народ. Сори, что немножко опоздали. Тут переспали, приболели и позабыли. Так скажем. Вот, ну потихонечку будем врубаться, тем более, что впереди еще... Сколько он там, 2 дня идет или в один они не все? В 2, кажется. 3 дня? 3, отлично. Ну, неплохо, неплохо. Все равно первые игры в группе, и сейчас Димага, выиграв Сейна в первой игре, играет с Бишу. Этот матч мы находимся, как вы могли заметить, непосредственно в игре. Этот матч выбран был для того, чтобы как раз... Ага. Вот. И единственное, что сейчас я буду немного тупить, потому что нужно поставить ондский плеер в нужное место, вставить его. Мы не можем найти страницу репортажа. Если есть добрые люди, у которых открыта страница события со всеми вот этими темами, скиньте, пожалуйста, ссылку в чате. Спасибо большое. Я надеюсь на коллективный разум. Димага ставит нычку. Его развлекают зелки, но здесь вроде он разменивается собаками неплохо и контролит, хотя... Хотя тут собак не так много. Так, никто пока еще не написал ничего. Ой, нет, нет. Да, вот, Архимон скинул ссылочку. На новость, правда, он скинул ссылку. То есть, что, ивента у нас нет? Крафт. Молодец. Тут съедает зилотов. Неплохо. Довольно большое количество собак. Сейчас я плеер пока же в эту новость добавлю, да? А события можно в общую информацию и копипаст из этой новости. А вообще написать сразу крафт о том, что... Все равно написать сразу же. Я поднимаю его, да? Повыше. Зилот забегает, но это на самом деле большая дача ресурсов со стороны Бишу, потому что он уже слил где-то 6 зилков. Димага ставит третью хату. Видя, что у противника вот здесь вот такая вот тема. И смотрите, насколько по экономике все плохо у Бишу. У Димаги раскачан мейн практически. Перекачан экспант, он переведет рабов. Смотрите на инком. Плюс 9 рабов у Зерга. И при этом ставится третья база. То есть у Димаги начало просто великолепное, можно сказать. Так, поднимаю новость с плеером, чтобы все было хорошо. 13.50. Все, и возвращаюсь уже в игру нормально. А то левой рукой тут, блин... Так, все, теперь следим за этим. Это хорошо, это хорошо. Всем еще раз привет. Опа, Брюс звонит. Диалог с Игорем Андреевичем. Миша, привет. Привет. Ты уже проснулся? Да. Там просто ассамблея идет. Я говорю, да, я уже стримлю. Все отлично, все уже с нами, и Брюс тоже с нами. Если вчера пропустили диалоги о рыбалке, то есть о Роксе, посмотрите, есть запись, там очень много инфы. Правда, она не очень концентрирована на 3 часа. Ой-ой-ой, тут 6 гейтов! Лол! 6 гейтов. Брюса на стрим. Кстати, может быть. Сейчас ему в скайп напишу. А Димага-то спалил это все дело. Спалил Димага все гейты. Сейчас должен роучи масса штамповать. Он это и делает. Какой молодец. Грейд на скорость будет. Так, Брюса, 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 Брюса. All mighty, all, all. Наши войска атакованы. Вот, это минус третья нычка у Димаги, да?
часовых просто слишком много, он не заберется сюда. Хотя если здесь вылупятся роучи, и он отстрелит часовых, то может и удастся. Не, не удастся. Минус третья база в демаге. И вот эти вот роучи, они бездарно отдадутся. Ой, заходит, заходит, смотрите, демага успел. Убил всех часовых. Подбегают собаки очень вовремя, когда сталкеры остаются практически одни. И демага съедает Тоса практически. Не, не съедает. Но по лимиту у демаги все хорошо, 80 на 67. Он контролит, убивает битых сталкеров. Одного, второго. 18 псов в заказе. Вообще эту группу надо съедать. И ставить сразу хату вот здесь вот где-нибудь. Сразу, 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 просто сразу. Молодец. Ну просто у него бабла много, смотрите, 1000 минералов. Он тут вроде как отбивается. Да, но нужно заказывать все-таки роучи, собак. А противник продолжает улынить. Смотрите, у него нет... нет ничего, ни роботикса, ни старгита. То есть он просто с 7 гейтов. 7 же у него гейтов. 5, 6. 6 всего. Выходит. Вот сюда вот он выходит зря, на мой взгляд. Потому что на слизи у него не будет шансов для того, чтобы... Ой-ой-ой, он сейчас нычку накажет. Нельзя отдавать. Да, начинает сражаться демага, много роучей. Убивает сначала зилотов. Отстреливает часового. Почти вот... Да, отстрелил, контролит демага. Ждет приплода рачей. Но здесь уже не так много протаса. Хотя подходит под варп. Ой, подходит под варп. Но здесь тоже плюс 8 роучей. Гуарн Шилд. Демага тыкает сталкера. Ой, часового. Промахивается. Еще приплод роучей. Пытается отбиться Дмитрий. Надо рабов брать, наверное. Там новый под варп скоро. Да ладно, что так на халяву сбреет? Не, надо рабов брать. Да, вот берет рабов. И при этом у демаги 1000 минералов на руках, понимаете? То есть у него все равно есть ресурсы, чтобы... макрохаты не хватило. Квину убили, вот это плохо. Хотя одна на мейне есть. Пытается как-то отковыряться демага. Пока не доварпили зилки. Убивает пару сталкеров. Зилка. Падают собаки. Еще одного зилка. Отступает. Давай, отковыряйся. 30 псов в заказе. 30 псов. Давай. Чуть-чуть. Нифига себе. Отковырялся демага. Отковырялся. И принимает эту кучку. Отжимает сталкера. Зилота. Еще одного сталкера. Еще одного зилота. Новые собаки добегают. Нельзя здесь. Нельзя, 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 нельзя. Мурсфилдом раскидывают. Ну, вроде, даже несмотря на то, что разделили часть армии, демага здесь справляется. Да, пробегает. Убивает часового, убивает зилота, убивает сталкера. Молодец, молодец. Хорош. Отбился, третья база есть. Сейчас рабов подзаказать. Наверх забраться, убить пилон. Один, второй. И все. Фух, вот это да. Круто. Ой, еще один пилон, отлично. Сейчас вообще в нулевой лимит загонит протас. Смотрите, 66, 68 будет, да? Да, 68. Все, строить рабочих дальше не может. Ну или кого бы то ни было строить не может. Ситуация следующая. У зерга штамп рабов, все правильно. 10 штук. У демаги преимущество за счет... кстати, у него рабочих поубивали. Да, у него рабочих меньше. У него преимущество за счет технологии. То есть у него сейчас уже есть инфесторы с маной, в то время как у Протоса лучшая технология — это Опс и только что достроившийся Сумеречный Совет. То есть ни о каких колоссах, ни о каких там, я не знаю, психах речи не может быть. А здесь уже у демаги все хорошо. Надо еще штампануть рабов и еще делать инфесторов. И, наверное, ставить еще одну хату, четвертую, к чему он, собственно, и готовится. Грейт на армор, блинк. Да, 8 рабов еще в заказе. 5 пухликов. Летит опс. А, и протас выходит на третью базу. Ну вот это вот повод для нападения. Потому что сейчас есть дофига микозеров у демаги.
И он реально может вот это вот небольшое количество сталкеров тупо на Микозе забрить. Да, Микос и собаки контрят сталкеров, потому что лишают их мобильности. Бонус наносит Микос по тяжелым. Собаки за счет того, что сталкеры не могут нормально блинковаться, их съедают. И сейчас именно Димага планирует пуш. Заказывает только собак и только Микозеров. Занимает Зелнагу. Видит армию противника. Обходит с удобного места для того, чтобы забежать. И ждет подкрепы собак, которые вот сейчас должны вылупиться еще несколько десятков. Во-во-во-во-во, хороший момент. Первый Микос, второй Микос, отличный Микос от Димаги. В точку, еще один. Да, тут съедят Протоса просто. Отлично, еще один Микос. Просто в салат. Джи-джи. Блин, молодец, отбился. Браво, просто. Я уж думал, что... Ну, было сложно, да, там вывод рабов, все дела. Как дела, друзья? Псы плюс 2 там были уже, да, я. Жестко, жестко. А, следующий матч, который мы с вами посмотрим, это Лавели против Димага. Я выбрал эти матчи... Нам придется его рестримить, правда. Ну, можем зайти в матч Мороу против Мерза, но не думаю, что это будет интересно. Короче, выбор у нас был следующий. Протосер против Намы, Сен против Саренса, Сейпло против Фузера... Сейнс против Бишу или Лавели с Димагой. Я подумал, что Лавели и Димага, несмотря на ЗВЗ, два наших соотечественника. Заходим в игру. Талдарим алтарь. Может, кстати, мы из игры сможем. Но эту... А, у них до двух побед. Сейчас с Бишу вторая игра. Что там с Брюсом? Брюс навстречу уезжает. Сказал, что как вернется, может, но чуть-чуть. Он реплей смотрит, говорит. Я пытаюсь Димагу морально поддержать, хотя это, очевидно, не требуется, но повысить настроение и улучшить. Он сказал, что реплей тот смотрит. Я говорю, не поможет, он оллинер. Такой розеткий. Ну реально, Димага залетел, увидел. Сейчас будет то же самое, только без делов. Будет Void плюс Warp. Надеюсь, отобьюсь так же. Тащи, мы тут уже... Так, ладно, не буду. Что с голосом? Простудился? Да, простудился, друзья. Но деваться некуда, буду с вами. Не потому, что... Ну, как бы я не хочу сказать, что я не хочу. Наоборот, я хочу, но жалко, что простыл. Так, зашел Бишу. I'm ready, пишет он. Ну что ж, друзья, болеем за Дмитрия Филипчука. Отличный зерк СНГ, MTV Димага. Димага его банка. Все знают. Это интернетовский мем. И вторая игра против довольно сильного Протоса. На Талдарим алтарь. Поехали. Димага. Димага. А давно идет? Нет, только первая игра, все в порядке. Ой, сегодня много вообще всего будет у нас интересного. Там и Квака. И то, и все. Ой, там к Брюсу комментариев и просмотров почитать бы. Вчера был очень интересный день. Если вы вчера не были на Good Game, то обязательно посмотрите, если вам, конечно, больше... А, this is wrong map, говорит Бишу. Не тот Талдарим. Видимо, ладерную Димага создал.
Вчера много интересных вещей произошло. Во-первых, это скандальная немного запись трансляции от кулера его брата по базовым принципам пикапа, которая просто балансирует на грани, как бы это сказать, то есть смеется над цензурой. Вот. Вчера же был большой разбор полетов. И очень много мыслей в эфир от Игоря Андреевича, он же Брюс, который давно не появлялся онлайн. Накопилось очень много информации, вопросов, и очень много вещей за 3 часа было сказано вчера в вечерней трансляции. Обе записи есть в разделе видео, поэтому если пропустили, посмотрите. Вот. А, и вчера ж комикс вечером появился, «Приключения Терранов». Тоже великолепно. Правда, он коротенький, к сожалению, но это понятно. Для того, чтобы комикс нормальный делать, нужно очень много народу, чтобы все это отрисовывать. Много промежуточных вещей. Но Крендель и компании умудрились довольно много мемов и шуток запихнуть в комикс. Поэтому тоже ищите в разделе видео, много всего интересного. Так, твиттер. Да, все никак руки не доходят. А между тем восстановил пас. Только что-то не восстановился. Сейчас, секунду. Все, сделал. Быстро находит Протос Бишу Димагу. А смотрите, почему новую версию карты он хотел? По нескольким причинам. Во-первых, здесь удобнее ставить экс. Здесь добавлены вот такие вот горки, и можно застроиться 3 зданиями наглухо от всяких пушей, раши и прочего. На стандартном Талдариме, в который вы, возможно, играете в Battle.net, проход значительно шире, и он не блочится 3 зданиями. Также, чем отличается этот Талдарим от ладерного, отсутствием камней на 3-й базе. Но с другой стороны, эта нычка теряет свою силу, потому что здесь всего 1 газ и всего 5 минеральных полей. Если мне не изменяет память, 2 газа и 7 минеральных полей на оригинальной карте. Также есть незначительные, но существенные, на мой взгляд, изменения для матчапа PvP. Это отсутствие вот этой вот низины, через которую можно варпать, через которую можно блинкаться. Ну, варпать можно, поставив... Ой, не помню, как там можно варпать. Ну, в общем, блинкаться здесь можно через низ. И разводить удобно со сталкерами. То есть быструю нычку не пойдешь. То есть вообще эта карта получается более... С одной стороны, она больше импонирует Протосу именно играть через форжу и ставить эксп, с одной стороны. С другой стороны, Изергу... Ой-ой-ой, криво поставил лопух. Но отменил, зато проверил хорошо. И потеря была незначительная. Как вы знаете, при отмене здания теряется 25% от его стоимости и 25% от 150. Это почти 40, а если быть совсем точным, 136 и с десятыми. 136,5. К чему я это сказал, вообще непонятно. Сумничал, как у меня Женя периодически говорит, свумничал. С другой стороны, если Протос ставит нычку, то Зергу по той же самой схеме, что и в прошлый раз, проще поставить нычку 3-ю, просто потому, что на ней нет камней. А Зергу, как вы понимаете, если он идет через собак, грызть камни — это удовольствие сомнительное по 2 причинам. Во-первых, потому что собаки медленно грызут камни из-за того, что у камней армор 2, у собак урон 5, и они наносят 3. И во-вторых, как бы, если вы знаете, что Протос идет в нычку и строит рабов, то вам банально жалко тратить личинки ценные, безотказные, зерговские, на собак, а не на рабов. Старгейт. Ой, прочитал Димага. Перед игрой он сказал, что он мне будет пушить так же, только с грелком, плюс свой дрей. И он реально оказался прав. Бишу... Ну, видимо, подготовка была у Димаги какая-то. Видимо, они в ладере играли, или он демки посмотрел. Но, так или иначе,
Дмитрий Филипчук оказался абсолютно прав относительно, по крайней мере, выхода в, ну, первой агрессии от Протос. Вот, и ставит сам третью базу. Отлично. Как только отбиваться будем. Пошел Войдрей. То есть тут, очевидно, нужно разрастаться дальше опухолью, что, в общем-то, Дима и делает. Также добавляет квину. А, добавляет, смотрите, специально добавляет не одну квину, третью, а сразу третью, четвертую. То есть одна квина будет на опухолях, и четвертая квина это точно не для того, чтобы просто опухоли разрастись. Она здесь банально не нужна, разве что против Войдрея. Вот и все. То есть он реально... А, вот он увидел. Да, увидел овером? Да, вот сейчас увидел Войдрея. Великолепно. Ой, второй Старгейт делает Бишу. Вот это интересней. Пошел Эволюшн. Еще одну квину делает Димага. Таким образом, у него будет уже 5 квин. 5 квин. И еще квину делает, шестую. Квины начинают копить ману, делает плетку. Ой, то есть справика ползучего. И грелка полетела на третью нычку, чтобы ее якобы наказать. Но здесь уже практически соединились. Слизи у квины пришли. Ничего здесь грелка одна, по крайней мере, не наубивает. Строит еще две грелки, смотрите. Две грелочки делает Бишу. Правда, у него всего один гейт, сейчас будут минералы копиться. Ну, это лоу на самом деле, потому что уже не пробрить таким количеством, против такого количества квин. Плетка стреляет, рабочего одного убивает. Двух даже рабов убивает Бишу. У Димаги работает вторая база. По количеству рабов Протос даже впереди. Да, это не очень хорошо. Открывается гейт. И делает яму заразителя. А как... А, он вообще, он понял, что там два старгейта, понял, что сейчас задефенсится и на максимум наштамповать рабов. Плетка выкопалась не вовремя, ой, не вовремя. Но есть квины, много квин сейчас будет лечить. Ой-ой-ой, минус грелка, первая. Минус квина. Минус вторая грелка, сильно. Еще лечение на квину. И по деньгам Димага реально в очень хорошем плюсе, потому что, сами понимаете, две грелки — это 500 минералов и 300 газа. Несопоставимо с потерей квины. Даже двух квин. Даже плетки. То есть это огромные деньги. Просто огромные деньги. Не говоря уже о том, что... О, еще минус одну грелку можно сделать. На последних хитах улетает. Он же еще в эти грелки вложил Старгейт, бусты. То есть это... Ну, это сильно. Тут Зилот пытался нахарасить. Ой, много фениксов, очень много фениксов. Поднимает всех квин, минус одна грелочка. Но тут мало остается, еще, но... Лечат друг друга квины, очень много фениксов. Минус еще одна квина. Ой, а уже тяжелее. Заказывает сразу три квины Димага. Но тут уже фениксы одни, то есть грелка всего одна. И она тут много не должна наубивать. Да, Димага оказался неправ относительно планов противника. 6 микозеров делается. 6. 6. Уже с патогенными железами. То есть выйдут, поймают, накидают. Так, плетка достроилась. Хорошо, здесь прикрыли. А здесь не прикрыто. Ой-ой-ой. Теряет много рабов Димага. Когда же пухлики-то выйдут? Любимые пухлики. Личинку поднял. Лол. Вот, вышел пухлик. Микос успел кинуть один. Другой-то, точнее. Еще Микос. Где Микос? Микос, Микос. Снизу, снизу, снизу. Вот, идут на перехват. Ну, давай. Ой, как вовремя увел-то Бишу. Можно было успеть, можно было успеть. Еще можешь успеть. Давай, кидай. Yes! Ловит большую часть. Еще разок. Да, больше энергии нет. Или есть? Есть одно, кидай. Да, двух поймал, но не убил. Но все равно до красноты довел. Фух, тяжело-то как, а? Тут
Но, с другой стороны, у Димаги сейчас скопилось миллион ресурсов. Нужно ставить еще одну хату. Несмотря на то, что вроде как противник доминирует по воздуху, хата это необходимо. Либо он ставит макро-хату у себя где-нибудь на мейне, либо он ставит сразу четвертую нычку. Четвертая нычка, на мой взгляд, более... С одной стороны, аркадно, с другой стороны... Это правильно. Потому что все равно ты сейчас не потратишь 1200 минералов. И, как-никак, эти ресурсы никуда не уйдут. Димага, тем не менее, старается потратить все минералы, заказывает миллион собак, миллион квин, но ресурсы не уходят. Не хотят. Ой-ой-ой, прилетают фениксы. Наверху убили одного фена. Тут залет, не доконтроливает Бишу, минус еще один феникс. А сам выходит на третью базу. В колоссов идет. Вот, ставит, наконец, Димага четвертую ничку. И сейчас что, атака будет с таким большим количеством квин? А он проверил третью базу? Он знает о третьей базе? Да, он знает о третьей базе. Видимо, сейчас будет планировать просто либо в макро выходить, либо планировать пушить, пока у человека не появились колоссы, там всякая вот, вот эта вот хрень. А колоссы уже есть. И фотонки уже есть. Неврального паразита нет. Ой, то есть, да, невральный паразит. И квины медленные. Боюсь, что не сможет запушить Димага здесь. Так, тут у нас... Минус две грелки на одного Микозера. 30 псов в заказе. Неужели будет наламываться? Вообще, если бы был бы невральный, то никакой проблемы не было. Потому что самое главное трабло это три колосса. О, этот, смотрите, как встал. Может, ты застрял вообще? Да, он, кажется, застрял. Понеслась. Собаки забегают. Колоссов Зилотов. Был Микос. Но Пухликов поднимают. Но Зерг здесь отбивается под фотонками с колоссами. Димага отдал довольно много всего. Забегают еще псы. А тут стоит колосс просто. А, он не застрял, он просто... Да, очень плохой размен для Дмитрия. Очень плохой размен. Может, колосса сожрет? Да, вроде сжирает этого колосса, по крайней мере. Последняя собака сделала киллс. Два грейда на атаку. Great Spire. У нас будут брудлорды. Весьма-весьма интересный выбор, учитывая... Учитывая то, что здесь фениксов есть еще живых. Немножечко. И по лимиту одинаково. Это довольно печально. Нужно быстро раскачивать, ставить газилки. Здесь быстро два газа. Не хватает. Не хватает Димаги. Газа. Сейчас брудлорды все съедят. Это вот кажется, что сейчас... О, у него там 200-300 газа. Вообще не, это ничто. Ничто по сравнению с тем, что нужно. Третий грейд на атаку пошел. Ой, можно поймать. Ловит двух. Отлично. Минус два феникса. Это вот важно, потому что... Ну, потому что ты банально экономишь на антиэре. На карапторах. А Протос не торопится. Ну что, у него три нычки есть. Может, он пойдет четвертую ставить рядом с зергом. Грелки наказывают нычку. Ой-ой-ой, две грелки туда, две грелки сюда. Полетели карапторы спасать. Это все дело, но боюсь, не успеют. Ловят карапторов. Отдает эксп. Ну, хоть второй-то не отдать бы. И битва. Микос. Поднимают пухликов всех, лол. Как жалко-то их терять. Димага будет сражаться. Димага здесь съел бы его, если сразу бы начал биться. Но, видимо, он хотел... Минус все колоссы. Собаки с тремя грейдами на атаку. Нет, с двумя пока грейдами на атаку, но все равно. Караптеры убивают. Грелочек. Минус одна, минус вторая, минус третья. На одного караптера потеря. Хорошо. Потеря вот этой вот нычки не столь критична получается, потому что... А, вот эту вот он потерял тоже. А вот это да, сразу надо две тогда восстанавливать. А то и три.
Ай-яй-яй. С мейна уже, ну, мейн закончился, пора переводить рабов. Тут вереница рабов качает снычки, пока что не достроилась хата. Димага заказывает клево еще одну хату. Здесь тем более есть два справика, почему бы и нет. И есть уже первые брудлорды. Связка брудлорды плюс собаки с тремя грейдами на атаку. Плюс брудлинги, соответственно, тоже с тремя грейдами на атаку. Это сильно, это очень сильно. И несмотря на то, что у Димаги нет теперь караптеров, чтобы сражаться с грелками, есть зато микозеры, инфесторы, то бишь, которые могут накидать инфесты теранов, закидать микозом и как-то справиться с этим всем делом. Но это не исключает то, что необходимо штампануть даже... Я даже не знаю, кого лучше, караптеров или мутку в такой ситуации. Наверное, все-таки караптеров. Повыгоднее будет. Ой-ой-ой, тут Феникса ловят. Некому стрелять. Два микоза на Феникса приходится тратить. Даже он выжил все равно. Третий микоз на Феникса. Жирновато будет, жирновато. Работает у Димы хата на 100% раскачанная слева. И теперь нужно раскачать пятую свою хату. Ну, четвертую добывающую получается. Вот, Протос выходит на вот эту вот наглую базу на самом деле. Если он ее займет, будет непросто, потому что колоссы, сталкеры с блинком, если у них, конечно, есть блинк, и эти... грелочки смогут сразу на мейн заходить. Это неприятно. Поэтому такую базу желательно не давать Протосу ставить. Но у Димаги сейчас 200 лимит. Он вроде готов сражаться и тратить ресурсы на справиков. И двигается в нужном направлении. Ой-ой-ой, вот это бы увидеть, вот это бы увидеть. Да, была возможность у Димаги увидеть этих рабочих. То есть он... реально заметил на миникарте, но не кинул микос. Это было бы очень здорово, подрезать несколько, там, десяток где-то рабов. Как минимум. Ну что, будет двигаться, я чувствую, сейчас будет замес. Собак миллион. Летят брудлорды, летят караптеры, зачем-то танкуют под фотонки. Микос первый кривой. Второй отличный микос. Забегают собаки, накидываются инфесты терны. Еще один микос на грелке. И кажется, собаки с брудлордами здесь просто в такой салат все съедят. Да, у Протоса 0-0 по воздуху, по крайней мере. Земли уже не осталось. 155 лимит на 85. Единственный, кто там живет, это грелки. Но сейчас еще одни тирани инфестит вылупятся. Подрезают одну грелочку. Подрезают еще одну. Пытаются контролить Биша, но у него сгрызли четвертую базу. Мейн закончился, экспанд заканчивается, эта нычка ничего не решает. Не стоит ломиться даже. Димаги, да, он это понимает, прекрасно отступает. Ну а смысл, если у тебя работает, грубо говоря, три базы, у Протоса одна, и то неполноценная. Жалко, конечно, брудлордов. Реально жалко. Но тут вылупились караптеры, больше брудлордов они не дадут. Хотя грелки настолько суровы, что убивают перед смертью еще двух караптеров. Да, молодцы. Вот, теперь рабочий на еще одну нычку. У Протоса ситуация очень плохая. Ну, просто не выиграть здесь уже. Димага ведется, что там 1-0, с кем не здоровались. Здравствуйте, мы начинаем потихонечку трансляцию с ассембли. Вот. Вот. И Димага ведет со счетом 1-0. Бишу сейчас вторая игра тоже уже фактически в кармане. Не хочу, конечно, тут забегать вперед, но если... тут нет очень-очень призрачный шанс на победу, да, Бишу пишет ГГ и выходит. Я, конечно, постараюсь не списывать раньше времени человека со счетов, но когда у вас на 100 лимита меньше, когда у вас одна 5 минеральных полей, грубо говоря, на там 25 минеральных полей.
Так. Приболел немного, простите за голос. Я уже говорил про Брюса, он уехал на встречу. Или уедет. После того, как вернется, может быть, присоединится к нам. Так, у нас события по ассембли нету, да, Жень? Так может новость заменить на события? Ладно, тогда не надо. А, они в текущих ничего нет. А, это в пользовательские, сори. Да, есть события ассембли, там группы, матчи. Женя уже добавила. Первые просмотры. Ты редактируешь события? Я могу туда зайти, подправить? Окей, хорошо. Сейчас мы воспользовавшись... А, нет, не будем воспользоваться паузой. Сейчас будет Лавели против Димага. Причем нам предстоит делать рестрим, потому что он будет идти на... Ну, помните ассембли в прошлый раз, как мы стримили, да? Нам дали матчи. На этот раз, правда, был выбор. Например, следующий матч мы выбирали, и следующий за ним, через один, тоже выбирали. Это будет Браток против Сатини и Бикс против Братка. Вот. Но, к сожалению, часть матчей все-таки расписаны были заранее, поэтому я попытаюсь войти в игру Лавели с Димагой, тем более, что Димага в друзьях, можно зайти. Но не думаю, что мы останемся там надолго. Поэтому я загружаю сначала сет tfi. .tv. Именно здесь будет идти стрим этого матча. Здесь несколько плееров. На несколько минут сейчас будут открыты ставки на этот матч, поэтому если вы хотите сделать ставочку, welcome. Я пока редактирую события, Жень. Все хорошо. И новость уберу, скорее всего, тогда просто заменю. Так, коротко написать. Сегодня начинается трехдневный марафон с турнира. Мы проведем... Мы... Трансляция прямая. Прямая трансляция уже началась. Ведет Мишкер. Всю информацию о событии вы... сможете найти в этой, в этом репортаже. Все, плеер сюда, галочку поставим, показать на главный, окей. Сделали, закрыли. Новость, соответственно, убираю. В прошлое я ее убираю. И плеер оттуда выпиливаю тоже. Всем еще раз доброго дня. 3 часа по Москве. С вами... немножко простывший бобер. И впереди много интересных матчей первого дня с ассембли. Так, хорошо. Отлично, здесь все работает. Закрываем ненужные вещи. Идем в StarCraft. Вообще, по-хорошему, надо стоп-старт сделать, потому что, чтобы выкладывать... А, не, не будем, не будем. Мы целиком выложим. Лучше целиком. Так рассинхрон не будет. Ну что, кстати, друзья, еще раз всем привет, с кем не здоровался. Общайтесь на здоровье в чате. Работает 2 сервера. Пока снова не загружено, занимайте места в зрительском зале. Есть ретрансляция на Овнит. Все они хорошего качества. Чуть больше, правда, мегабита. Но практика показала, что поднимать выше не очень сильно дает плюс в плане картинки. Но люди начинают жаловаться. Общайтесь в чате, не оскорбляйте друг друга, любите, уважайте. А если хотите передать какой-нибудь привет, задать вопрос, оставляйте комментарий внутри вот этого самого события. Sun Assembly, Sun Assembly 11. Вот, оно только что должно было появиться на главной странице.
Там мало просмотров, мало комментариев. Да. Вот. Димаго вышел из Battle.net, а что-то мне подсказывает, что либо он пересаживается на сцену. Скорее всего, именно так. Второго варианта я даже не могу придумать, потому что как раз это, получается, хед-матч. На основном стриме будет идти. И на ассембле есть сцена, и там проходят матчи. Поэтому, скорее всего, у нас с вами есть минут 10, а то и 15 до начала следующего матча. Можно пока посмотреть то, что идет параллельно. Например, Сейн против Лавелли на втором канале этого самого ТВ. Вот, я думаю, вот здесь вот оно идет. Игра нашего белоруса. Нет, здесь ничего не идет. Тогда уже сыграли. А Morrow Fuser тоже сыграли. И Протосер против Саренса. Фигня, короче. Давайте лучше Димагу не пропустим. Я пока пойду почитаю комменты к вчерашним трансляциям. Не надо оставить все-таки музыку. О, первые комменты пошли. Передаю привет Мите Fortunately. Врывайся в платину скорее. Врывайся в платину, класс. Майкер, благодаря тебе все русские тосы теперь фотонят. Моему знакомому, он немец, попались из 15 тосов, 15 попытались зафотонить. Беда. Играйте в этих фениксов. Они хороши. Я боялся, что не будет никакого стрима, а немцев не очень как-то смотреть. Но это на любителя, конечно. Русскому уху речь-то родная приятнее, поэтому даже если бобер где-то тупит, он же все-таки говорит по-русски. Когда выложишь вторую часть ввода Dead Space? Честно, я ее вчера целый день пытался залить. Там файл в 7 гигабайт. На YouTube его залить крайне непросто. Сегодня буду пытаться снова вечерком. Если не получится, то залью на FTP и дам, сделаю торрент и выложим таким вот образом. Лампи просит передать всем привет. Всем зрителям привет. Все молодцы. Подогрел себе пиццу, сделал чай, смотрю стрим. Жизнь прекрасна. Ну, Spring, как... Как же здорово, как же мало тебе нужно для счастья. Пицца, чай и стрим. Нечего сказать, Миша, тащи. Привет, Женя. Бобер больше позитива. Я просто недавно проснулся и немного... А давайте я сейчас попробую пробить себе нос. Пробить нос. Жень, ты можешь пробить мне нос?
Друзья, давайте я вам расскажу по поводу того, какие матчи будут сегодня. Сегодня я вам могу сказать, какие матчи у нас будут, и даже мы сможем с вами определить некоторые матчи, которые не очевидны, то есть провести голосование в чате, пока не поздно. Итак, мы посмотрели с вами Димагу против Бишу, следующий матч будет Лавелли против Димага, выбор был из следующих: Протосер против Намы, Сен против Саренса, Сейпло против Фузера и Мору против Мерзы. Я решил, что все-таки посмотреть ЗВЗ, но СНГ, ну... Белорус, украинец, Лавелли, Димага, будет интересней. Могу провести голосование, тем более, что есть сейчас свободное время. Давайте я это сделаю, зайду на страницу стрима. И в чате, если вы зарегистрировались на сайте, там 1000 человек, этого вполне хватит. Какой матч будем смотреть дальше? Какой матч будем смотреть дальше? Нет, писать не надо, там будут просто варианты, вы просто проголосуете и все. Зачем засорять флудом эфир? Я, с вашего позволения, не буду добавлять Наму против Протосера, потому что у него нет совсем шансов на победу, как показала практика. Сен против Старенса, следующий кандидат. Сейпло против Фузера. И... Нет, все-таки две музыки. Нет, там еще несколько матчей. В общем, голосуйте, я создал голосование. Все, выключил лучше эту музыку. Вот, я предварительно выбрал первый вариант, но если вы, большинство из вас захочет смотреть что-то другое, welcome. Нет, большинство, 80% за именно этот матч, ну, 75%. Мору против Мерзи еще 13% хотят. Расписание на завтра пока нет, хорошо. Значит, пока оставляем матч Лавелли против Димаги, потому что 3 из 4 людей хочет его посмотреть. У Саренса, боюсь, против Сена мало шансов вообще на победу. А вот Мору с Мерзом, да, могут. Там есть интрига. Ладно, давайте дальше будет интереснее. Сейчас следующее голосование следующего матча. Я добавляю кандидатов. Это через матч, да? Первый это Хэппи против Адель Скотта. Второй Кас против Велму. Лалуш против Граби. Ё-моё, тут уже голоса, я думаю, разделятся. Стефана против Бикса. И браток против Сати. А, нет, браток против Сатини. И с Джоу против Тиэлоу. Я уже один матч выбрал себе, пометил, естественно, и уже озвучил его ранее, где-то минут 20 назад. Но выбирайте. Хэппи, Адель Скотт, Кас Велму, Лалуш Граби, Стефана Бикс, браток Сатини, с Джоу против Тиэлоу. Да, браток Сатини, как я и предполагал, несмотря на то, что он предпоследний, больше половины голосуют за него. Этот матч как раз я заранее и выбрал, пометил как интересный. На втором месте Хэппи против Адель Скотта, 29, почти 30% за него. Вот, но на мой взгляд все-таки Хэппи Адель Скотт это штампанет, а браток Сатини не факт. Там будет увлекательная ТВТ. Ну, ладно, браток Сатини. Следующий матч. Хотя давайте, знаете, что сделаем? Мы все-таки будем смотреть не братка Сатини, объясню почему. Ваше мнение сейчас изменится. Мы посмотрим все-таки Хэппи против Адель Скотт. А, нет. Мы же в этот матч зайти сможем спокойно. Просто там дальше будет Хэппи против Джоу, ТВТ не очень интересно. Ладно, голосуем дальше, в общем. Смотрим братка против Сатини. Решено. Как проголосовали, так и будем. Следующий матч, то есть третий по счету. Кандидаты. Кас против Граби. Велму против Лалуша. Адель Скотт против Тиэлоу. Стефана против Сатини. Я этот матч тоже уже выбрал. Как бы не буду озвучивать, чтобы не влиять на результаты голосования. Так, и Хэппи против Джоу. Создал голосование. Будь ты проклят, Майкер Хэппи запили. Нака, Интокси, с вертушки ушел. Хопа! Будь ты проклят. Сами же голосуйте, пацаны. Главное, я заранее выбираю игры, выбираю интересные. Мое мнение совпадает с мнением большинства. Как бы, ну, просто немножко опыта есть, комментирование. И все равно маленькая часть...
Михаила пытается... Я... Все, я сейчас с вертушки просто в чате. Голосуйте, там следующие есть варианты. Да, здесь хотят смотреть Касса против Граби. На втором месте Бикс против Братка. Нам, к сожалению, дали именно этот матч. Секунду, сейчас. Так, то есть мы будем смотреть, скорее всего, Касса против Граби. Я помечу этот матч как... Ну, вот это будет рестрим. Можно определить еще дальше матч, раз уж пошла такая кукуруза. Сказал кукуруза, потому что, наверное... Привезли родители свежую кукурузку буквально час назад. Вообще, говорится, петрушка, насколько я помню, но, видимо, любая растительность подойдет. Итак, следующие кандидаты. Стефана против Братка, Бикс против Сатини, Касс против Лалуша, Джоу против Адель Скотта, Велму против Граби и Хэппи против Тиэлоу. Сейчас появится новое голосование. Тоже выбирайте матч, который хотите посмотреть. Голосование создано. Да, ну тут побеждает Стефан против Братка, это тоже будет рестрим, но это матч, который тоже я выбрал как наиболее интересный из представленных. А дальше будет еще 4 матча. Блин, мы на весь день здесь, а? Пока пересаживается Димага. Я думаю, что нужно все-таки, по крайней мере... Перед следующей группой перерыв будет? А, да, вижу, нормально, там 2,5 часа. А дальше будут игроки следующие. Нада, Элфи, Дарк Форс, Мана, Хак, Джимпа. И вот они друг с дружкой будут играть по-разному. То есть другой набор игроков будет. Там уже ближе к теме проголосуем. Итак, у нас на повестке дня Лавелли против Димаги, Браток против Сатини, Касс против Граби, Стефана против Братка, Касс с Лалушем. И вот именно так. Хэппи совсем нет. Да, фанбой, конечно, меня сейчас... Вот, Димага появился онлайн, это значит, что он сейчас пересел, видимо, на сцену. Я бы на самом деле привел сейчас все в порядок. Секунду. Так, вернулся. Итак, Димага против Лавелли. Либо мы зайдем в игру, но напомню, что система здесь разделения стримеров. А, и нам по расписанию достался матч Моро против Мерза, который менее все-таки интереснее, несмотря на разницу по расам. Вот, мы пытаемся зайти в матч, но сразу предупреждаю вас, что, скорее всего, не получится это сделать. Там довольно четко все. Пригласи Поми, посмотрите этот матч. Поми-то зачем? Абвер лучше, он же зерк. Привет. Прокомментируем Димагу с Лавелли. Вообще, да, вдвоем-то, конечно, веселее. И Револьверу пишет то же самое. Привет. Прокомментируем Димагу против Лавелли. Они оба зерги, Женечка. Конечно же, подсказывают мне в чате. Лучше Сережи никого нет. Скорее всего, да. Нет, Серега играет в Battle.net, вон. Хотя, может, на фоне слушает. Всем, безусловно, большой привет, кто слушает, с кем не поздоровался. Сережу давай. Ну, я думаю, что Сережа будет просто тогда, когда мы будем смотреть, например... Например, Касса против Граби. Ну, чё, Протос есть. Касс он прекрасно знает, с Граби тоже играл. Или когда Хак начнет играть, вообще будет жесть. Хак против Джимпа, у меня тут матч помечен. Или Джимпа против Маны. Это же эпические матчи будут.
делай ТВТ на стриме меньше, ТВТ скучно весь. Нет, ТВТ совсем не скучно, если нормально следить и комментировать. ТВТ, по мнению многих, один из самых зрелищных зеркальных матчапов. Абвер отписался. Давай, говорит. Так, я пытаюсь зайти в игру. Блин, Абвер поздно. В этой игре нет свободных мест. Да, уже началась. Ну, там, видимо, просто... Так, ну, как и планировалось, делаем рестрим. Звоним Абверу. Да я в курсе, Жень. Я же говорю, что он играет в Battle.net. Привет. Привет. Какой плеер включать? Первый самый. Окей. Только, правда, там почему-то ничего нет. Ну да. Медалька Асуса. Так, а где его еще стримят? Так игра, если еще не началась, началась, наверное... началась уже, Battle.net есть. Где еще стримят? А, может быть, просто Димага карту смотрит, эту долину Агрии. Это, скорее всего, действительно не началось. Все в порядке. Тогда в Battle.net заходи. Может быть, нас пустят в игру через меня или Димагу. Как у тебя дела? Хорошо все. Все отлично, да? Все отлично, да. А у тебя как? Ну, тоже вроде ничего. Что думаешь о трансляции вчерашнего Брюса? Давно такого слива инфы не было просто, поэтому я пытаюсь понять. Ну, я-то это все знал, как бы. Он уже это все говорил, но, в принципе, я думаю, можно было расписать это все и за 20 минут, в принципе, сказать. Ну, если бы ты видел, какое количество вопросов было в блокноте после сбора с 10 страниц, а потом, когда появилось еще 25 страниц с вопросами. Ну, соответственно, но большинство вопросов повторялось, да, и были связаны с деньгами. Но тут поэтому... они, видимо, повторялись из-за того, что мы не могли на них ответить по-хорошему. Да. Повторялись. Здорово, Абер! Там в чате. Hello. Да-да, всем привет. Привет, привет. Сегодня вечером я еще буду стримить. Да ладно? Что? Да. У нас, смотри, ассембли будет по расписанию закончиться... А, вот, знаешь, когда можно было здорово постримить, если у тебя есть выбор? Когда? В перерыв между двумя группами, там как раз будет 2.5 часа. Ну, отлично, да. У меня просто теперь новый график, как бы. Настя лепит, я играю. Настя лепит, я играю. Жень, график тренировках. Тренировок у Абера. Настя лепит, я играю. Да. Настя, привет, конечно же. Привет. А где можно посмотреть на... Там ультралист, как говорят, готовит. Ну, все будет в галерее. У меня в профиле есть ссылка на галерею Настину на Good Game. Там... Но пока ультралист еще не готов. Она сделала динозавра какого-то. Угу. Ну, динозавров в StarCraft нет. Ты подскажешь ей? Да, да, обязательно. И сегодня я как бы... Она должна начать. Ультралиск, ультралиск это большой, будет, да. Да, это он должен быть большой, поэтому... Здорово, здорово. Посмотреть бы. Если, друзья, вы не знаете, о чем речь, зайдите в галерею. А как лучше выйти там? Через ну, креатив? Абер просто в поиск нажать. Абер в поиск. Профайл найдется. Что? И все, в общем-то. Ну, и там ссылка прямо у меня в профиле прямая есть. Меня что-то настораживает, что Димага очень долго в своей игре. У тебя Лавелли не в друзьях, случайно? Лавелли нет у меня вообще. В своей игре 3 минуты, Димага. Ну да, вот я и не знаю, он карту смотрит, потому что стрим, там, где он должен появиться, не появился. Это подсказывает, как бы, плюс экзотичная карта весьма, на которой вряд ли много успели наиграть в Battle.net. Ну, остальные стримы тоже не показывают игры. А Лавелли не в игре, подсказывает товарищ Сафа, спасибо большое. Все, не волнуемся тогда. На Team Liquid же 4 стрима есть, они все ничего не показывают. В данный момент наш сайт перегружен. Это называется «Мы пошли смотреть галерею Абера». Молодцы, молодцы. Сейчас оживет. Да нет, он будет оживать все равно. А, да, и желательно пишите, что вам нравится, что вам не нравится в фигурках, потому что она только тренируется и будет улучшать свой скилл. Скилл. Круто. Да. И вообще пожелания, предложения, соответственно, тоже. Ясно. А я пока пауза, с вашего позволения, зайду на Team Liquid
и добавлю в эту трансляцию бобровскую, которая называется, собственно, Assembly, все альтернативные плееры для того, чтобы вам тоже было удобно смотреть в паузах, что где как происходит. Трансляцию ведет Халдер на французском Millennium и Game Crits, а также на финском Set TV. Вот. И сейчас они все будут добавлены на страницу Бобра. Как ни странно, финскую больше, чем Халдора даже смотрят. Да, да. Ну, может быть, это из-за того, что у них матчи козырные просто. Они как премиум-стримы, потому что весь ивент в Финляндии, видимо, им там дали... Ну, по расписанию у них самые клевые матчи дали просто, и все. Вполне вероятно. Ну, а нам как бы Димагу, Славеле вполне... И там еще брата лучший будет. Вариант. Угу. Потому что Лавелли нас не любит играть скучно. И Димага об этом знает, и вообще получится очень интересно на самом деле. Потому что Лавелли такой стиль, что он всегда пушит в ЗВЗ. А Димага как раз обычно любит жутко халявить, но в этот раз, видимо, он не будет жутко халявить, потому что он точно знает, что от Лавелли можно ждать. И может получиться так, что Лавелли сейчас будет жутко халявить, а Димага готовится к обороне. А, кстати, еще одно объявление. Параллельно идет же стрим от Зерга, от Undead Zerga's Empire. У него там свои матчи. Следующие. Бишу Saints с Джоу Тейло, Хэппи с Джоу и Хэппи Тейло. То есть ярые фанбои Хэппи могут абсолютно спокойно посмотреть две ТВТ-зеркалки в исполнении маэстро. Непобедимого топ-1 СНГ Хэппи. Да, правда, насчет ТВТ я не уверен, что он будет интересно. Ну, в принципе, Хэппи всегда не скучно играет в том плане, что он особо... он из крайности в крайность вот тут недавно бросился. Раньше он делил карту пополам против всех и 40 минут закидывал нюками. Теперь он вообще с одной базы против большинства и стал играть. Так быстрее, видимо, с рациональной точки зрения подошел. Да. Он и раньше, кстати, играл с одной базы, насколько я помню, исключительно. И... Ну, совсем давно, да. Угу. Ну, теперь он против протосов полюбил там с СКВшками на 12-й минуте выходить с одной базы. Да. Не уверен, что... Ну, это как бы позволяет концентрироваться на чем-то одном, не отвлекаясь просто. Поэтому можно идеально выполнить этот пуш. Вроде что-то начинается, кстати. Да, Димага вышел в интерфейс Battle.net из игры. И ты про движуху какую-то на финском стриме, да. Да-да. Ну хорошо, хорошо, если так. А, вчера случайно не смотрел, комиксы выложили вот от Кренделя. Mm-mm. Весьма любопытный. И такое довольно скандальное видео с Кулером. Мне пара писем пришла, на мейл еще не ответил. Из серии, ну, почему вы такое выкладываете? Вот. Почему? Почему вы такое выкладываете? Потому что это Кулер, потому что... Потому что это интересно большинству. Двойные стандарты, да? Да нет. Там, на самом деле... Ага. Да нет. Там не было ни одного нецензурного слова, с одной стороны, если прикапываться к формальностям. Но было несколько неприятных вещей, и резонанс весьма соответствующий вызвал это видео. Вот. Ты же только что сказал, но это же Кулер. Ну это же Кулер, да. Но это двойные стандарты. Ну вот в новой версии я специально вчера сделал на этом акцент. Пользователи будут сами выбирать... какое видео интересно, какая тема на форуме интересна, какой комментарий интересен, новость и так далее. Там те же самые в галереях будут оценки. А сколько Кулер получил от вас за это видео? Нисколько вообще, естественно. Это я, типа, почувствую себя Брюсом вчера. Нет, тут вообще отлично. Ты тоже ему такие вопросы задавал прям в лоб. Ну да, да. Но вот. Я же должен был оппозиции, я не хотел, чтобы вот. Потом люди говорили, что «Ой, вот Майкер и оппозиция. Брюс ничего не сказали, что такое?»
Сколько платят, братков? Почему он как ушел? Вы могли такое видео выложить? Что за фигня? Дети смотрят. Я бы сказал про детей и сказал бы про статистику нашу. У нас меньше 15% людей моложе 18 лет. А ты уверен, что тем, кому моложе 18 лет... Заходи в игру, заходи в игру. Пробуем, по крайней мере. Что-то пробовать присоединиться и готово. Вот и все. Смотри, мы одни тут. Я обожаю поддерживать вот русскоязычного игрока в игре, знаешь. Хотя, блин, он с Лавелли играет. Лавелли мне меньше нравится. Все чемпионы. Все молодцы. Просто не хочу Лавелли обижать. Ну, я Лавелли просто лично не знаю, поэтому буду болеть за Димагу. Ну, такая же ситуация, скорее всего, у большинства. Но мне больше нравится, как Лавелли играет. Так, пришел Аполло. Рере. Рере? Рере. Окей. Не вопрос. Абер, у нас же тирания. Хотите демократии? Езжайте в Иран. Интересно, кстати. Может, сразу в Ирак? Там же Америка сделала демократию. Как говорил Владимир Владимирович, когда еще Буш был у власти... Если вы говорите про такую демократию, как в Ираке, нам такая не нужна. Ну да. Что-то я хотел еще умного сказать, но комиксы попозже я посмотрю. Да все впереди. Представь, сейчас ЗВЗ будет. Сколько мыслей ты сможешь... какой мудростью можешь... Ты исключил меня из игры. Я чувствую, меня также такая же участь ждет. Ну, по-моему, лучше стрим посмотреть. Он такого качества, что... Он у них, по-моему... Слушай, а я постараюсь в игре, конечно, не буду из нее выходить, хорошо? Ну, конечно, постарайся. Ух, ничего не трогаю, ничего не трогаю, все, ничего не трогаю. Все равно ты в ЗВЗ немного понимаешь. Фотоночками ты там немного сделаешь, да? В ЗВЗ-то да, в ЗВЗ-то да. Хотя я не знаю, может быть и сделаешь. У тебя опыта больше в застройке ЗВЗ, хатами, под рампой, там, протосов, может, и зергов застраивал. Не знаю, я только умею батл-крузерами в ФФА играть. Это зергов. Я видел, это видел. Сначала шутку не понял, но через 25 минут до меня дошло. Когда переманил КСМ-ку и при помощи где-то 10-15 невральных паразитов построил таки командный центр и пошел с хематоганами. Это было весело. Ну, народ просил, что я мог сделать. Я не очень люблю ФФА, в принципе. Так, King would be game bit here, admin asking. Шура, yes! Уху! Уху! Прости, Авер. Тут комментируют, что рядом с бобром надо фотонку вылепить. Запомни. Понял. Они, кстати, парой Миша... сразу идут. Парой. Вот реально. Кто? И бобер, и фотонка. Они будут куплены вдвоем сразу же. С ленточкой. Тут же... Нет, тут же семейство бобровое. Я видел, ты не фан, да и... Не, ведущий исключил нас из игры. Они же не для продажи. Семейство. Бобровых. Пробую зайти снова, но вроде как нет. No? No? Да, в принципе, на да самом... я понимаю, что это не так страшно. Там... Это не только не так страшно, но мне кажется, более правильно будет, если будет один какой-то официальный стример в 1080+ качестве, и все с него будут рестримить, потому что иначе, ну, велик шанс лагов и так далее. Все, я пошел тогда делать рестрим, пожелал удачи, ушел. Слушай, а ты смотришь этот финский, да? Да. С кем ты себя скорее отождествляешь? С тем, кто слева или с тем, кто справа? Вот, который слева. Он такой повнушительнее, как-то да. Посолиднее. Он тоже не смеется, судя по всему, да? Ну да. Но вообще они оба, ну, вот как из, не знаю, из анекдота просто про геймеров. Один лысый полненький, а другой такой какой-то... Не буду даже говорить какой, потому что сейчас день укуренный.
Ладно, скажу. Сказал. Ай-яй-яй. Выбирай лысенького, там подсказывают. О, посмотри, здесь показывают Димагу. Да, надо делать лучше рестрим, потому что реально здесь показывают Дмитрия Филипчука. Давай! А, и Лава или слева. Все, я теперь буду его знать в лице. Как-то ты так. О, Димага! О, Лавелли! Ура! Вот, уже лучше. А то. Окей, я буду учиться. А, и Лавелли тоже. А, он же из Имбы еще, точно. Я что-то подзабыл. Да не оба, по сути, из Имбы. По большому счету. А, то есть ты имеешь в виду легионерство двухсезонное Димаги в составе... Ой-ой-ой. И у нас интернет упал. Трындец.